Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls Prepare to Die Edition. Мы находимся в Анерлонде, и нам нужно, во-первых, разобраться с Арштейном и Смоугом. Но все-таки, я думаю, это подождет, потому что нам еще тут нужно именно в этом зале разобраться с убийцей и хранительницей душ, ой, хранительницей огня. В предыдущей серии в конце я, ввиду своей, как обычно, усталости, сказал, что... Меч мы испортили тем, что сделали из него меч молнии. Но оказалось, что просто мне нужно его чуть-чуть было улучшить. И теперь он даже стал лучше прежнего. Теперь у нас меч молнии плюс 2 двуручный. И урон уже там 270 с чем-то. А на том было 260. Но в целом мне, честно скажу, совершенно просто натурально против шерсти. Вот этот вот неподвижный билд. Мне охота быстро двигаться. А вы меня, блин... заставляете играть за эту неповоротливую махину. Я не хочу сказать, что он плохой, но просто... Мне просто по кайфу убивать врагов, закруживая их. А здесь какой-то кошмар творится. Ну да ладно. Постепенно приучимся. Единственное, хочу сказать, что с врагами так драться довольно тяжело. Именно в PvP. И вот сейчас наверняка какая-нибудь сволочуга вылезет именно в момент, когда я буду драться вот с этим вот подонком. Что-то я их всех обзываю прям сегодня. Вроде еще и достать не успели, как в предыдущем прохождении. Пока что все на мази довольно ровно идет. Особого сопротивления не показываю. Так, отлично. Блок выдержал. Первый пошел. Увы. Отнюдь. Ну давай, ну. Шо? Тихо-тихо, не отступай. Отлично. Так, с тобой разобрались. Теперь че? Где-то здесь мои души должны... А, вон они лежат. Только сначала мы разберемся вот с этим вот парей. Потому что он, честно говоря, уже заколебал постреливать. Ну, видите, за каждую эту рыцарь дает по 3000 очков. Я тут и качался в основном. Тихо. Раз. Два. Вот и все. А ты боялась. Теперь... Можно призывать через черное око, но сначала давайте свои души возьмем. Там, по-моему, достаточно много их было. Когда он вот так не затемненный, значит его можно использовать. Ну, а, нет, 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 нет. Подлечиться сначала. А, ну успел вроде. Потому что там лечиться не получится, будешь в образе фантома. А там сразу три NPC, как я буду? Ой, не знаю, давайте попробуем. Рыцарь Лотрик. Ну, мы с ним уже разбирались. Давайте как-то, я не знаю, поаккуратнее. Я думаю, я не буду с ним в открытом бою. Я просто не выдержу против магии. А он там один чисто маг. Я какая не сагрится, на меня сразу побегу вот сюда куда-то. И оттуда буду уже отбиваться потихоньку. Автонаведение не работает. Я просто не вынесу. Тихо, 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 тихо. Опасное положение. Тихо, дружок, тихо, тихо. Вот так нормально. Первый. И второй вошел. Ой, копейщик, ненавижу копейщиков. Третий. И четвертый вошел. Хорошо. Знак возмездия мне сейчас нафиг не нужен. Мне нужно... Блин, уйдите. Уйдите отсюда. Хорошо. Так, а их, значит, не обязательно даже было убивать, да? Ну, короче говоря, тому я отомстил. Душа хранителя, кольцо защиты и поддержки. Отлично. С этим мы, по крайней мере, справились.
Владелец не производит шума, это мне нафиг не нужно. Увеличение здоровья. Понятно. Да-да-да, помню такую тему. Хорошее кольцо, кстати, я его надену. Но его снимать нельзя, все уже оно, то есть, навеки вечные. Зато теперь я заметно более грузоподъемный стал. Да и вообще в целом у меня жизни как увеличились, видели? Так, ну что ж. Сейчас по-хорошему мне нужно бы вернуться назад. Да использовать свои души. Потому что сейчас я их потеряю. И во второй раз я их не смогу взять, потому что меня убьют. Поэтому давайте-ка мы так поступим. Заодно душу хранительницы огня используем. Короче говоря, достаточно просто было именно по тактике, если. А так... шансов особо не было у нас. Если сразу с тремя. Так, для начала ты. Хорошо. Фляга с эсусом плюс 4. Я знаю, где еще одна. В Нью-Лондо Руинс, но пока что нам туда не нужно. Так, садись. Ой, блин, к нам опять фантом ломится какой-то. Ну не может же все так ровно быть, да? Так, подождите секунду. Мне нужно обломок. Обломок титанита очень трудно найти. Это не осколок титанита. Это гораздо сложнее выбивается. Оно выбивается, по-моему, где-то там внизу, около бездны. Так. Это вообще мне нафиг не нужно качать, но я просто хочу пользоваться луком драконьим. Что там для него нужно-то, кстати говоря? Ой, нет, не так. Ой, сколько всего. Хотя я, в принципе, ничего и не собирал особо. А вот ты погляди все-таки, да? 20 нужно. Поэтому я думаю, до 20 докачаю. И забуду, собственно, про эту ловкость вообще нафиг. Так, нам еще нужно 13 тысяч. По-моему, у нас нечем их сейчас. Ну да. Так, ну что, все, поперли. Ох, вот это вот будет бой, ребята. Но в целом мне понравилась уже серия, не зря прошла. Вообще, достаточно быстро проходим, на удивление. Я хоть и понимал, что, то есть, проходил игру неоднократно. Думал, все-таки больше времени это займет. А так, по сути, это уже какая-то 12-я серия, а мы уже в Анерлонда. В предыдущем прохождении мы, по-моему, серии к 40-й сюда пришли. То есть, по первочку это все, конечно, кошмар. Так, ну что, придет фантом какой-нибудь, нет? А то, блин, в самый неподходящий момент влезет. Я сейчас, наверное, если там есть кому помочь, конечно, постараюсь воспользоваться помощью неписей. Потому что хочу побыстрее убить этих боссов. Хочу побыстрее попасть в DLC-контент. Нам, по сути, сейчас нужно их убить. И потом уже можно идти в DLC. Но для этого нам придется, правда, выбрать опять ту же самую змею. И тогда концовка опять будет примерно та же самая. Либо мы можем пойти через долину драконов там вниз, к бездне. Там убить четырех королей. И около них там встретить змею. Отдать ему весел. И тогда будет другая концовка. Но это займет гораздо больше времени. Не знаю, посмотрим. Я все-таки склоняюсь к варианту, что нужно вторую концовку увидеть. Поэтому, я думаю, мы к DLC-контенту попадем в серии через 4-5, наверное. Успеем. Опаздывать некуда, да? Так, по идее, я с вами драться не хочу. Что, если мне сразу туда проломиться просто? Вы же мне не дадите, да? Я же не поворотливый. Просто как куль с дерьмом. Давайте попробуем. Ну, нормально. Так, теперь сюда... Хоть один да все равно заденет. Я уверен в этом. Ну да. Как вообще задел? Это же смешно просто.
Так, подлечились и погнали. Ну, здравствуйте, геморрои, вы мои персональные. В прошлый раз я первым делом убил Эйнштейна, по-моему. Или Смога. Я Смога первым делом убил. Я не помню, кого первым делом убил, короче говоря. Но в этот раз мне пофигу, потому что я все равно и так, и так планирую погибать. Нормально. Я хоть что-нибудь смогу сделать, нет вообще? Отлично. Ох. Ну просто замечательно. Не, ребят, я вообще не представляю, как я его буду побеждать таким медленным персонажем. Это же просто смешно. Так, ну ладно, допустим. Погнали по новой чё. Так, ну и что, давайте попробуем-то быстрым воином. Какой, третий раунд? Для разнообразия, да? И бить будем Смога. А потом добивать Эйнштейна. Для такого билда, я думаю, это будет лучшим решением. Да, уйди ты от меня, ну. Я с ним хочу разобраться. Отлично. Ладно, блок держит. Конечно, если ты будешь это делать через каждые 10 секунд, то долго блок такой не выдержит. Ой, я помолчу маленько. Это самый сложный бой в игре. Наверное. Но наконец-то открылся. В принципе, я с него неплохо сношу. Но вот эта вот тля, которая рядом постоянно, она реально очень опасная. Ой-ой-ой. Ладно, не вошло. Надо валить отсюда. Так, еще пару ударов. Ах, откуда вылетел-то вообще? Вот скотина, а я же в блоке был. Ну, блин, на полсекунды отпустил. Давай. И хапнул. Меня устраивает такой размен. Опять окружают. Да что ж ты будешь делать? До свидания. Так, ну как видите, у меня что-то начало получаться, как я сразу подвижным персонажем стал. Все равно с этим мечом, конечно, очень сложно. Будь у меня какая-нибудь катана, учигатана, я бы уже разобрал их нафиг давно. А так приходится париться. Сейчас мне будет гораздо сложнее, по-моему, чем если бы я в случае со Смоуком. Если бы, то есть, его оставил живых. Но я готов на это пойти. Он, по крайней мере, предсказуем. Хотя жарит электричеством. Что само по себе нехорошо.
Нет, не было такого. Один вошел, второй вошел. Отступаем. Смотри, какой замах. Он же огромный просто. Ах, блок зачем отпустил? Давайте подлечимся нафиг. Тем более тут такие дела. Давай отстреляйся, и там уже начнем что-то делать с тобой. Нет. И как же мне к тебе подойти-то, я не пойму. Ой, я нифига не вижу. Все? Полегчало? Так. Так. И вот так. И вот так. Скотина. Да выпендрился. Я не знаю, кого мне... больше хочется ругать его или себя за ошибки. Не вошло. Блин, да чего ж напряженный бой? Вот это самая опасная штука. Да что ж ты, блин, все не слава богу-то у тебя? Как же мне к тебе подобраться? Ой, блин, жалко Эстуса. Давай что-нибудь, как-нибудь. Ай-яй-яй. Вот это плохо. Но не убьет, нет. Но может добить. Отходим. Ладно, нормально разменялись. Оно того стоило. Второй. Блин, надо было убить. Но я боюсь рисковать, я лучше вот так вот. Пошло. Нормально, все хорошо. Да, блин. Ну, мне проще заблокировать, но... Это в итоге может к нехорошему привести. Да, блин, два раза промазал. Как ты так? Ты говно. Я начинаю ругаться опять. Тихонько. Вот именно такие бои и закаляют, конечно. Отлично, бляха. Что произошло вообще? Второй удар, что ли, нанес? Ну нафиг. Давай. Два Эстуса, че? Второй удар, короче, можно не делать, бесполезно. С этим мечом медленным. Охренеешь.
Ну ладно. Устраивает. Что ж с тобой не так-то? А-а-а, вот это плохо. Выживу. Но сейчас добить может. Последний эстус. Еще хуманити есть, но... Стоит ее тратить? Нет, или лучше умереть нафиг? А вообще мы еще покувыркаемся. Я ни разу не сдаюсь. Вошло. Ну давай, давай. Плохо. Я не вижу, ничего не вижу. Да как же так, а? То есть у меня тупо шансов нет, что ли, заблокировать это? Отходим. Подходим. А-а-а. Ты посмотри, какой накал, а. Да не туда, ну. А-а-а, давай. Ты заколебал, честное слово. Что ж ты не сдохнешь-то, а уже? Нормалды. Давай, ну, дружок. Сдохни, тварь. Ну, с третьего раза че? И считай, с первого раза, как я взял свой именно билд. Это не мой билд, но, по крайней мере, персонаж подвижный был. Как только вошли в подвижность, я, блин, Арштейна и смога убил сразу. Кольцо со львом. Это охренеть. Это охренеть. Че за... Блин, у меня все, у меня голова пустая. Контрвыпадов, да ну вас нафиг. Да, ребята. Не, ну бой по сути не сложный, если разобраться, что да как делать. Не то, что дико сложные, но просто дело привычки. А, не уезжай, подожди. Давайте хоть вступим в Ковенант Сисик. Да я, наверное, на сегодня серию прекращу. Я не знаю, сколько она идет по времени, потому что все, я устал, честно говоря, уже просто измотан. Не так много по времени, то есть всего три боя, но каждый шел минут по 10, и в каждом дикое просто напряжение адское было. У меня унессусов нету. Давайте хоть маленькую уровень поднимем, что ли. Так, сюда одну, одно сюда, и сюда не входит уже. Так, ну силу, я думаю, на 30 оставить, выносливость маленькая. Хорошо, 56 уровень. Фу, теперь... Душ никаких больше нет. А там, по-моему, ничего дальше. То есть вот в этих местах. Так, можно нормальную броню надеть. Ну как нормально. Я уже показал, что без нее я боец лучше. Но вам же подавай тяжелый билд. Как хотите. Ну не смог я, вот сразу говорю. Я не могу убить Арштейна и Смога в тяжелом билде. С тяжелым оружием, в тяжелой броне. Я просто не понимаю, как это вообще сделать. А в легком, как вы видели... Так, это понятно. Это мне дали броню того самого уродца.
которого я убил в начале этой серии. Теперь я прям Айзек Кларк. Броня похуже, но выглядит зато смешно. Так, что еще я хочу? Еще я хочу... что еще? Да все, в принципе. Пойдемте в Ковенант Сисик. Это просто кошмар какой-то. Так, ладно. Здоровенные, здоровенные сиськи. Да, конечно, милая. Since the day Father his wounded obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord Vessel to thee. Lord Vessel, Великая Чаша. Все, практически все действия. And beseech thee. Succeed, Lord, and end our world. Thou shalt end it this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Короче говоря, почти все действия для получения доступа к бонусному контенту мы проделали. Так, что дальше? Уходим отсюда. Здесь у нас, по-моему, какая-то дверь есть, но я не помню, какая, честно говоря. Да. Ну ладно, победили, победили, в принципе, уже само по себе неплохо. Перенестись. Откуда у нас там проход-то в этот... Короче, храм огня полетели. И на этом будем прекращать. У меня просто голова уже не работает. Я уже знаю примерно, что мне делать. Мне сейчас нужно идти через долину драконов вниз туда, к глубинам. О, наконец-то тут. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking the gates, the old fortress. Was that your doing? Ну да. Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Спасибо. Мне очень нужно чудо. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Да-да-да. Ну, короче говоря, давайте на этом прекращать. Серия была достаточно результативной, я не знаю, сколько она по времени заняла, может много, может мало. Ну, короче говоря, я победил с третьего раза Арнштейна и Смога, это повод гордиться. И с первого раза в своем билде, то есть, как только я стал подвижным, я их заломал просто. Но, тем не менее, бой был очень сложный, у меня кончились все фляги с Эстусом. Я вам даже приготовил человечность, решил тратить в случае чего. Но в остальном... Так, а у нас этот костер уже... А, ну да, короче говоря, она же погибла. В следующей серии мы пойдем... Как это называется? В бездну. Через New London Ruins, кстати говоря. Для этого нам нужен Transient курс. Я не помню, где ее взять. Ну, короче говоря, разберемся. У меня все, голова уже замученная. Надеюсь, вам понравился этот бой, потому что он был довольно эпичный. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.